Огромный классный праздник, но дело в том, что я на жесткой диете. Диета номер 6. 92% продукта есть нельзя. Нельзя, но, может быть, все-таки чего-нибудь хотя бы хочется. Шашлыка. Конфетки. Сегодня, может быть, по случаю такого дня позволите себе чего-нибудь скушать и чего? Да, я вчера уже себе много позволила. Что позволила? Тортик. По случаю дня рождения сына. Ага. То есть сегодня на диете? Да. Съел как раз. Что? Такой, думал, чебурек, оказался пирог с творогом, да. И нормально с чаем. А вы вообще часто себя ограничиваете или наоборот не ограничиваете? Нет, ограничиваю, стараюсь. Потому что то вредно, и это вредно. А хочется как-то чувствовать себя намного легче. Чего-нибудь особого хотелось бы скушать сегодня? Ну вот, если не обедали, так сухарики да лимонад. Мы ни в чем себе особо не отказываем, так что у нас нет проблем. Может быть, икорки хотелось бы там, не знаю, или осетрины. Нет, вы знаете, такого что-то не привыкшее, так и не тянет к этому. Сегодня шашлыки будут у нас. Банька будет. Вот я не знала про этот праздник, но сегодня обязательно себе что-нибудь вкусное приготовлю. Например, что? Ну, например, блины поджарю.